Видите, сколько у меня. Это нефрит, девочки, натуральный. Прям жалко, конечно, многие такие уже покоцанные, жизнью побитые. Но все равно их вон много. Сестра говорит, что это какая-то подушка была корейская. Вот сейчас я их замочу в мыльном растворе. У меня помокнут, полежат. Я их вымою все и буду чего-то придумывать. Ой, ну такие интересные, обалдеть. Первый раз такие вижу. Чтобы без дырочек. А надо так придумали, а? Вообще. Ой, буду украшение какое-нибудь делать, конечно. Да тут не одно получится. Они такие прям тяжелые. Понимаете, это же вам не бусинка там, а тут диск такой. Вот, так что вот, мыть буду. Ой. Это животное доведет меня, не знаю до чего. 2 часа ночи, девчонки, я не сплю. Вот он убежал. Это было, наверное, 9 часов. Он поел, проснулся, поел. Такое что-то это самое тут тра-та-та. И поскакал на улицу. И все. И его нет. Твою мать, а? Детский сад, штаны на лямках. Мася! Ну, сегодня ночью до -1 похолодало. Где он шляется? Господи, вот на старость лет подросток-то, а? Нервы трепят каждый день. А я еще вот это с ума схожу, хожу тут. Ой. Самое-то страшное, что дорога. Уж если Коба, 5-летний умный кот, погиб под машиной, что вот с этого, а? Дурачка малолетнего? Ой, а привыкаешь, оно же как ребенок, ну, и ругаешься на него вроде, и все, сама-то переживаешь, ну, что делать-то, а? Вон они ночью носятся. Ну, короче говоря, не сплю. Ну и чтобы не просто так не спать, вот выкладываю. Вымыла эти бусины из нефрита. Ой, их так много. Вот, перемыла. Выкладываю на полотенце, высушу. Ой, девчонки, это нефрит. Это нефрит. Причем нефрит, прям видно, что он прям нефрит. Вы сами знаете, что сейчас огромное количество, особенно из Китая, идет камней, ну, искусственно, скажем так, сделанных. Но это прям вот охрененный нефрит. Не знаю, видно вам, нет? Вообще. Ой, Маришечка, ой, спасибо тебе, дорогая. Ой. А ведь он лечебный камень в Азии на Востоке. Так что я прям, ой, Марин, ну, прям вот поклон тебе до земли. Я никогда не видела таких бусин, вот именно таких дисков. Ой, и буду что-нибудь придумывать с ними такое, эдакое. Ну уж не знаю, насколько у меня фантазии хватит, но постараюсь сделать что-то, да. И почему-то, знаете, вот я на них смотрю, и мне видятся драконы какие-то, вот коннекторы. Ну,
Нет у меня таких и... Ой, блин, так хочется что-нибудь такое. Прям вот сделать чисто вот азиатское. Вот я не знаю, наверное, люди, которые этим не занимаются, им, наверное, в голову не придет. Скажут, вот бабка тут восхищается какими-то вот это. А я прям вот тащусь, ладно, девчонки, тащусь. И мне прям так хочется. Вот тут есть такие более толстые, видите, вот не такие, как вот, вот эти вот. Вот есть более тонкие, а есть такие потолще. Мне бы вот сейчас фурнитуру бы такую азиатскую. Я бы прям... В голове-то я вижу, что это должно быть. А вот как сделать с чем? Даже не как, а с чем? От него прямо его в руки берешь, и от него прям... Прямо от него. Девчонки, полный восторг. Марин, дай бог тебе здоровья. Ну, так порадовала. Я вот не могу, а. Ночь на дворе, а я... Да, кажется, чего бы там. Ни золота, ни каких-то там вот, я не знаю, там, а я прям их трогаю, и у меня... И у меня восторг. Ну, представляете, сколько получилось? Я уже поняла. Во-первых, у меня невестке будет день рождения. И это очень удобно. У Танюшки аллергия на неблагородные металлы. А тут можно сделать прям, ну, тело не будет касаться, поэтому вот я и сделаю. Только надо придумать, с чем, чем разбавить. Но они довольно-таки блеклые. Что говорить-то? Это же не ярко-зеленый. Хотя я-то люблю вот именно такие цвета. Я не люблю яркие. Ну ладно, я их чем-то разбавлю, придумаю, сделаю подарок ей. Понравится, не понравится, ну, я-то от души, ну чего. И такая красотень. Ладно, потом вам покажу. Ночь на дворе, люди путные спят все. Ой, ну что, 5:43. Я так и не уснула. Ветрище. Слышите шум? Этого малолетки так и нет. Ой. Ветер северный, всю ночь вот это вот аж такими, знаете, вот шарахает прям ветром-то. Вот такая вот зима. Говорят, зимы нет, да прямо такой ветер аж весь выдувает из дома тепло. Я уже пыталась несколько раз засыпать. Не получается нифига. Вот где вот он шляется, а? Вот.
Вот они, подростки, что люди, что животные. Это я. А ты переживай тут за него. Вот где он, а? Главное, ну и не могу уснуть, переживаю. Ну, скотинка маленькая шляется где-то. Ой, уже галлюцинации у меня. Показалось, что мяучит. Ой, жопа мелкая. Вот ищу, девчонки. Вот то ли я неправильно называю. Нефрит без отверстий, диски. Не знаю. Я не знаю, как они называются. В общем, я пока не нахожу такого. Ну, должно же быть где-то. Ой, зато сколько всякого дерьма нашла. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи. Ну, что вот это, нефрит? Крашеный, а? А крашеный может быть и вообще непонятно что. В общем, уже сколько я тут ищу. Ну, пока не нашла, девочки. Кто знает, что это такое? Помогите! Ну, вы видите, человек мается, не спит. Пожалуйста. Ну, не может один человек знать все, правда? Помогите!